В первой половине года мы рассказывали, что Марк Дакаско снимается в казахстанском кино под названием «Токал». Как вы помните, съемки ленты завершились еще в сентябре, и создатели картины планировали презентовать свое творение в феврале наступающего года в Берлине. Теперь же кинематографисты подогревают интерес к фильму всеми возможными методами. Так, на днях они сообщили, что одну из ролей в картине сыграл американский актер Джексон Редбоун. Фанаты «Сумеречной саги» могут знать его по роли вампира Джаспера. Так вот, в казахстанском кино экранный кровосос превратился в бизнесмена по имени Кайл. Как Редбоун справился со своей ролью, узнаем весной следующего года, когда «Токал» отправит в отечественные кинотеатры.